Рост внутреннего валового продукта в первом полугодии 2011 года составил 7,1%. Этот показатель соответствует поручению президента страны по обеспечению роста экономики на уровне 7% в текущем году. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, реальный рост ВВП в 2011 году оценивается на уровне 7%, в 2012 на уровне 6,9%, в 2013 6,5%, в 2014 7,1%, в 2015 году 7,4%, что в среднем в 2011-2015 годах дает 7% рост в год.